художников из Оланца, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга объединил пейзаж. Картины мастеров сегодня представлены в городском выставочном зале Петрозаводска. В авторской интерпретации пейзажного жанра чувствуется творческая индивидуальность каждого из живописцев. Работы новгородского художника Владислава Булганина наполнены световыми и цветовыми контрастами. В картинах оланчанина Юрия Каноева деревенская тематика. Здесь и глубина, и правдивость содержания. Как-то вот в сердце все это легло, это деревня, и все, как вот все. До сих пор пытаюсь ее, как художники говорят, поймать. То есть поймать какой-то язык этой деревни. Петербуржец Лев Дутов представил зрителю свое видение образов природы на акварельных листах. Эти работы впервые автор показывает на выставке в Петрозаводске. Из множества своих пейзажей художник выделяет картину «Лестница», которую писал в Италии. То состояние потом, когда там дождик начался, как мои коллеги прятались от этого дождя, как я бегал тоже, искал зонтик. Вот. Ну, тут эмоций много. Вспоминается вся Италия. И отношение к нам, итальянцев. Там, представляете, даже когда пишешь, жара была такая же, ну как сейчас у нас. Пишешь, жарко, и вдруг выходит бабушка, итальянка, и несет на подносе тебе холодный кофе или водичек. Ну приятно же, здорово. Наверное, нет жанра, который был бы более любим художниками и публикой, чем пейзаж. Экспозиция в выставочном зале предлагает отправиться в путешествие во времени и пространстве. На пейзажные работы всегда люди с большим интересом смотрят, потому что для современного человека, наверное, это важнее даже для людей прошлых веков, потому что мы немножко отдаляемся от природы, а тяга к природе есть, и видеть мир природы через взгляд художника – это очень интересно. Художники запечатлели природу в разное время года и суток, любуясь ее обликом, жарким летним днем или в дождливую погоду. Выставка дает возможность вернуться к истокам, вспомнить детство и подумать о вечном. Любовь Цыганова, Дарья Астахова, служба новостей.